Иногда гранатомет – самое верное средство. Пожалуйста. Охотники в Конститюшн Холл. Стоит прочесать весь район и разобраться, что они там делают. Тихо, или ты труп. Thank you.
Спасибо. А он откуда знает про пациента в коме? Они готовят пищу для кормления через зонд и дезинфицируют линию подачи. Но пациента они не видят. Кормят его не они? Именно так. Сказал, что доступ в палату строго ограничен. У кого есть допуск? У Мэнни, Келсо, доктора Саммерса и нашего друга, капитана Льюиса. А он быстро втерся к ним в доверие. Мы сможем это использовать? Возможно. Тот, кто предал своих один раз, вполне может это повторить. Цель рядом.
цель, шериф. Один ублюдок, твой послужной список. Отлично.
Внимание, ты на подходе к цели. Это Пабло, ты не видел. Thank you.
Система неисправна. Система работает. Пусть идут, придурки! Агент, еще одна цель ликвидирована. По Шеферу новостей нет. Благодарю. Значит, Бентам не врал. С ним намечаются проблемы? Вряд ли. Он слишком боится меня, чтобы предать. Не понимаю. Как вас можно бояться? Это потому, что ты ни разу не ощущал на себе мой гнев, проклятый. Это верно. К тому же, вы не раз спасали мне жизнь.
Ты что-нибудь выяснил? Есть кое-что примечательное. В Белый дом привозили сложное медицинское оборудование. Может, для Шефера, может и нет. Пока мы туда не проникнем, точно утверждать нельзя. Это самоубийство. Продолжай наблюдение. Подняты. Противник. Thank you.
Дядь! Пулемет нам пригодится! Склад. Интересно, как там дома? Гражданские в опасности. Союзная контрольная точка. На посту. Вижу дополнительные вражеские цели.
Рядом замечена позиция под охраной противника. Рядом союзная контрольная точка. Ты отличный стрелок. Покажешь нам, как надо обращаться с оружием? Команде, давай! Вот это круто! Офигенно!
входе. Противник. Одним ублюдком меньше.
Вы спасли мне жизнь. Я так вам благодарна. Пошла граната! Thank you.
Противник.
Но хорошо, в работе на безликую организацию. Над тобой ступени иерархии, а не какой-то выскочка. Неужели это сейчас был сарказм? Никак нет. Это была трезвая оценка. Безопасность и порядок. А вы хорошо меня знаете. Да. Поэтому и доверяю тебе связаться с Каплан. Нужно зачистить наши ряды от потенциальных предателей. Думаете, она изменится? Нет. Думаю, ее уровень доступа и навыки как раз подходят для этой работы. Открыт доступ на склад. Уже смена придет. Тогда пойдем, агент. Теперь все будет хорошо. По Шеферу новостей нет. Благодарю. Значит, Бен... Мне связаться с Бентомом или с Каплан? С Каплан. Бентом слишком нервничает. Истинные сыны дезертируют. Да. Они оказались не настолько верны Андерсону, как он думал. Люди шли за харизмой лидера. А значит, не будет лидера, и людей не будет. Согласна. Что хорошо в работе на безликую организацию. Над тобой ступени иерархии, а не какой-то выскочка. Неужели это сейчас был сарказм? Никак нет. Это была трезвая оценка. Безопасность и порядок. А вы хорошо меня знаете. Да. Поэтому и доверяю тебе связаться с Каплан. Нужно зачистить наши ряды от потенциальных предателей. Думаете, она изменится? Нет. Думаю, ее уровень доступа и навыки как раз подходят для этой работы. Жрать хочется. Обнаружен проклятый морд Келлок в Тайдл Бейсен.
еще добавить?
Рядом позиции под охраной противника. Берегись, агент. Он умеет прятаться. Контрольная точка противника. Работка. Вперед, я следом.
прошел по цели. Thank you.
обнаружена неизвестная сеть. Замечен дрон-боевик противника. Зашифрован. Производится загрузка в базу данных.
Как бы тебе не везло, ты все равно не выиграешь! Он все еще никак не может забыть тот свой выигрыш в лотерею. Одна запись расшифрована. Заходи в замок. Контрольная точка противника.
Радиация не беспокоит? Ты что, поговорил, да? Нет, с дымоходом. Просто прими йод и успокойся. Думаешь, слухи врут? Про Сент-Луис? Да. Когда тебе говорят, что слухи — это просто слухи, значит, от тебя пытаются что-то скрыть. Я думаю, эти слухи не врут. Черт. Сент-Луис далеко, а Фейервью близко. И что? Ты видел, как там ворочают ядерные отходы? Нет. Нет. Нам бы сказали. Братишка, да тебе каска голову натерла. С тех пор, как мы потеряли майора Кастильо, все пошло кувырком. Я понимаю, почему вам пришлось его убить. Горе завело его в беспросветный мрак.